Молитесь меня, интересно. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчестное согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Святися, святися, Новый Иерусалиме, слава Бо Господи на тебе, воссия. Ликуй ныне, веселися, Сионе. Ты же чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоя Матери, силы честного же творящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых, помилуй и спаси нас, ибо благ Ты, человеколюбец. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправил. Исущему гробе живот даровал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущему гробе живот даровал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущему гробе живот даровал. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Аминь. Встав после сна, припадаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песнь возглашаем Тебе, сильный, свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица, свят, свят, свят Ты, Боже. Молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже. Молитвами Богородицы помилуй нас. Господи. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои и исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 72. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем,
Ай-яй, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят промыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полной чашей. И говорят, как узнает Бог, есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я ощущал сердце мое? Я омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел. Как скот был я пред тобою, но я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Для чего Боже отринул нас навсегда? Возгорелся гнев твой на овец пажити твоей. Вспомни сон твой, который ты стяжал издревле, искупил в жезл достояние твоего, эту гору Сион, на которой ты вселился. Подвигни стопы твои к вековым развалинам, все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище твое, совсем осквернили жилище имени твоего. Сказали в сердце своем, разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божиих на земле. Знамений наших мы не видим. Нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будешь поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою, десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их, Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли. Ты расторг силою Твою море, Ты сокрушил голову змея в воде. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток, ты иссушил сильные реки. Твой день и твоя ночь, ты уготовил светило и солнце. Ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей, собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Презрен завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным. Нищий да убогий, и убогий да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое. Вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов твоих, шум восстающих против тебя непрестанно поднимается.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мой недостойный уста, восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, и припадаю к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но жалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, спаси меня. Владыка человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе. Помоги всем мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня и веди в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержитель Божий, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный, неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет он нас не лежащими, не сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповеди Его, и готовы войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих, несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир. И Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастно опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела. Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. Сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов. И Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Галина, Ольга, Виталий, Екатерина, Игнатий, Юрий, Марина.
Надежда, Роман, Сергей, Татьяна, ибо мы усердно к вам прибегаем, как к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста твоего церковь твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан. Подай им твои земные и небесные блага, не лиши их милости твоих. Посети их, укрепи силой твою, дар им здравия, спасение души, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, родителей, родственников, благодетелей всех православных христиан. И прости им все грехи, вольные и невольные, дары им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов твоих, праотцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Ангел вопияша, благодать нечистая, Дева, радуйся, и паки реку радуйся, твой Сын воскресе тридневе над гроба, и мир твой воздвигну, и люди веселитесь, светися, светися, Новый Иерусалиме. Слава Богосподня на тебе воссия, ликуй ныне веселися сегодня, ты же чистая красуйся Богородицы, а восстание Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, воззри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия. Просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро вразумели и усвоили изучаемые ими предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнему во свое спасение, потому что Ты – источник премудрости. И Тебе славу возносим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Продолжайте, Игнатий. Спасибо, Господь, помилуй отца моего духовного родителя, сродника благодетеля, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Нарима, Кирилла, Амросия, Вадима, Зосима, Липия, Андрея, Максима, Владимира и Глебу, не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона и весь священнический, иноческий чин, и бывший священнослужитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам, да, еще священника, если угодно тебе, Господи, смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, и сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия,
Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, и дару мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя. Слава тебе, Господь, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. Сохрани нас от всякого рода зла и греха. И помилуй нас, Владыка. Да будет благословен сей день. Наше путешествие благослови. Сохрани нас здесь, селение наше, от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серафима, Владимира, обрати нас так, Людмилу благослови, любовь, Владимира, Владимира, Алексея, Иосифа. И пришли добрые жители с детьми, любящим уставы твои. Сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чадо их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алептину. И расширь пределы общин, побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Наталью, Анастасию, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахили, Ездру, Екатерину, Екатерину, Елену, Галину, Александра, 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 Сергея, 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 благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в тебя, страх пред тобой, ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину, на каноны церкви. Аллилуйя. Усмири врагов, не дай желаемого им во зле. И примири их с нами, Максима, Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея. Алексея, ты их знаешь, Господи, найди. Алексея, благослови, открой ему разум, чтобы он смотрел на жизнь через Слово Твое во свете Библии. Благослови благодетелей наших, помогающих нам, Елену, Людмилу, Нянилу, Евгения, Наталью, обрати нас так, Юрия, Эдуарда, Надежду. Господи, избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Посети болящих, дай силу перенести все страдания. И пошли им исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Игоря, Надежду, Татьяну, Татьяну, Валентину, 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 Марию, Александру, Анну. Благодарим тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо по твоему благоволению все это может оказаться на пользу. И найди Романа, духа лжи, изгони из него, и сломи его упрямство, не дай ему погибнуть. Благослови Самиру, открой истину, что ты умер из-за нее, дабы не верила лжепророкам. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Найди, Господи, все наше родство, обрати Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И сохрани наше сокровище в интернете, и книги здесь, и в пути, и трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора.
Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, Виталия, Вячеслава, Валентина, всех помогающих. И найди, обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешен, добрый мой ангел. Ты столько лет хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей врагов. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, проведи душу мы по мытарствам и веди ее навеки вечно царство Христа Бога нашего, аллилуйя. И найди этого Джастаса и Стива, и с родниками открой истину Твою, ибо Ты единый вечный Бог, и вне церкви нет спасения. Путешествующих найди, благослови Сергея, Льва, Раису, Виктора. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Найди отступников, возврати их на путь спасения. Михаила, Николая, Александра, Юлии. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать и жить во всем экономно. И видеть нуждающихся в нашей помощи, и спешить к ним на помощь. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нух, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не засталось неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Елену Алексея найди, обрати, наставь. Молите Бога нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию, предстоящие святые апостолы, Петр, Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Молите Бога о нас. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Усинь, Философ, Космарий, Дамиян, Андрей, Сартилат, Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Никомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Винами, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину, дай веру, устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысел еретиков разруши и в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Патина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара Екатерина, Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена, Нина, Мария Магдалена, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник и Юний, Киприан, Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливости. И сохранись, Господи, от всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, Надежды, Светланы, Марии, Раисы, Людмилы и Анны. И благослови всех помогавших нам в путешествии. Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия,
надежду Людмилу. Аллилуйя. И прими нашу молитву, воздеяние рук, как жертву вечернюю. Благоухание приятно перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся к Тебе, Господи, на небе и на земле. Услыши, Господи, и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Во имя страданий Твоих голгофских, ради пролитой Тобою пречистой крови, и прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй, Владыка. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Христос воскрес. Доброе утро. Воистину воскрес. Я оставляю 3 диска на столе в трапезной. Отнесешь, куда требуется. Расслышал? 3 диска? Да, 3 диска, связанные вместе. Они у меня не открываются, чтобы она там в администрации что-то сделали, переписали или как, а мне купить новое. Я потом заплачу такие, чтобы небольшие размером были, хотя бы, ну, как вот эти, там, по 200-300 гигабайт. Мы продолжаем чтение книги «К истинному православию» Игнатия Тихоновича Лапкина, и тема «Гордость папства». Так. Католический епископ Штроссмайт о непогрешимости и главенстве пап. 1906 год, страница 16. В речи, сказанной перед папой и многочисленным собором кардиналов и на основании Библии, этот дьяковский и стремский епископ Иосиф Юрий доказал свою неправоту измышления о главенстве пап и греховной непогрешимости. И что более всего удивляет в этой истории – так это то, что этот католический епископ остался до самой смерти своей в милости у папы, хотя его из-за гордости и нераскаянности и не послушались. Но никто из присутствовавших на Ватиканском соборе в 1870 году не посмел выступить против этого бесстрашного епископа.
Доказательство. Апостол Петр никогда не действовал как папы и не был председательствующим на соборе апостольском. И что церковь и не думала никогда иметь таких нынешних пап, водворяющих дымное надмение мира, сверхчеловеческую гордость в церкви. Стремление к главенству римских пап, к несчастью, почти увенчалось успехом. Святые отцы слово «Вселенский» называли нечестивым именем, и папа Пелагий II называет Иоанна Константинопольского епископа, который домогался верховного священства, безбожным и нечестивым. Иначе сбудется над присвояющим себе этот титул Вселенского слова Писания: «Он князь над всеми сынами гордости». Книга Иова 41:26. Оказывается, на Вселенских соборах с 325 года до 680 года среди более чем 1109 присутствующих на этих шести Вселенских соборах епископов было не более 19 западных представителей папы, и что соборы собирались императором без оповещения пап, а иногда и вопреки их желанию. На сем камне, значит, на словах исповедания Петра, как и все святые отцы понимали всегда. Кавычки открываются. Я говорю и торжественно заключаю на основании данных истории, разума, логики, здравого смысла и христианской совести, что Иисус Христос не дал никакого главенства святому Петру, и что римские епископы сделались владыками церкви не иначе, как подавляя постепенно один за другим все права епископства, признавая папу Пия IX непогрешимым, по необходимости должны и вследствие естественной логики обязаны признать равно непогрешимыми всех его предшественников. Перечень совершенно противоречивых законов и поведения разных пап. Или вы должны сказать, что непогрешимость папства имеет свое начало только с 1870 года. Кавычки закрыты. Бароний, ученый-кардинал, говоря о папском дворе, замечает, чем явилась римская церковь в эти дни. Как она бесславна. В Риме управляют только всесильные придворные. Они-то продают, променивают и покупают епископство. И страшно сказать, они осмеливаются возводить на престол святого Петра своих любимцев, лже-пап. 912 год. Скажете ли, что эти лжепапы не истинны? Пусть так, но в таком случае, если в продолжении 50 лет римский престол был занят антипапами, то как вы сохраните связь епископского преемства? Даже великий листец Дженебрардо осмелился заметить в своих летописях 901 год. Цитата. Это столетие несчастливо, так как почти в продолжение 150 лет папы не имели ни малейших добродетелей своих предшественников и сделали скорее отступниками, чем апостолами. Можно понять, как должен был краснеть знаменитый Бароний, предавая потомству деяния этих римских епископов. Говоря об Иоанне IX, 931 год, законном сыне папы Сергия и Мароцци, он записал в своих летописях следующие слова, цитата. «Святая церковь, то есть римская, была дерзко попрана таким чудовищем». Иоанн XII, 956 год, избранный папою на 18-летнем возрасте по влиянию придворных, был нисколько не лучше своего предшественника. Мне совестно, достопочтенные братья, осквернять ваш слух такими мерзостями. Я умалчиваю об Александре VI, отце и любовнике
Лукреции. Я отвращаюсь от Иоанна 22, 1316 год, который отвергал бессмертие души и был низложен Святым Собором Констанским. В эти несчастные дни римский престол был занимаем двумя, а иногда и тремя соперниками. Кто из них был истинный папа? История с ясностью солнечного света подтверждает, что папы заблуждались в своем учении. Можете ли вы доказать, что корыстолюбцы, кровосмесители, убийцы, святокупцы, папы были наместниками Иисуса Христа? Возвратимся к учению апостольскому, потому что без него мы имеем одни только заблуждения и ложные предания. Воспользуемся нашим разумом и умственными силами для того, чтобы признавать единственно непогрешимыми учителями в деле нашего спасения апостолов и пророков. Кавычки закрыты. Слепотствующие перебежчики из православия, обольщенные льстивостью иезуитов, миссионеров с Запада и богатством Римской Церкви, указывают на истинность латинства, что у них есть же рукоположение и таинство. А разве все еретики древности и исторических церквей не имели рукоположения, как Арий, Несторий, Евтихий, Феодот? Но церковь никогда не позволяла с ними не только причащаться, но даже молиться. Путь западным миссионерам открыли более всего не коммунисты и атеисты, не сектанты, только засылаемые с Западом, но более всего мнимо православные епископы и священники, хлынувшие на просторы России и Сибири с Украины и Белоруссии, будучи с пеленок зараженные униатством. Люди боятся католичества, совершенно не видя, что в главном эти выученики латинян давно побратались с ними. Отменили крещение, и вместо истинного спасительно над истинно уверовавшими во Христа Иисуса, и только в полное троекратное погружение уже сотни лет мочат макушку головы. Нет даже обливания, а только мокрой ладонью проводят по голове одетого человека, так же бритые, как католики, совершают нарушение постов. Если православные батюшки и говорят против католичества, то не по сути, а борясь за сферу влияния. Они также участвуют в экуменизме, признавая вполне спасительными католическую и другие веры, также молятся с еретиками, также не учат народ, также на непонятном языке ведут богослужения, также любого приходящего в кавычках крестят и причащают любого. Католическая уже давно мутной, широкой волной затопила православная. Только это еще не возведено в догмат веры. Непогрешимым не превозглашен патриарх, а ведет себя точно как папа. Отступники от истины были всегда. На небе не было ни гордых, ни грубых, ни невоспитанных. Но дьявол и там сумел поставить против Бога и свергнуть в пропасть одну треть ангелов, то есть, может быть, сотни миллионов или миллиарды служивших любви. Откровение 12.4. Эта дьявольская агитация ведется на земле. Многие отошли от Христа, вечной любви. Иоанна 6.66. Как бы получив знак отверженности 666. Давайте откроем это место. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стих. С этого времени многие из учеников его
отошли от него и уже не ходили с ним. Там, где жизнь, там всегда есть и отпадение. Гордая, лживая, убийственная, осуждающая духовных своих отцов, хамов грех. И они, как незрелые смоквы, отгнивают, отпадают. Откровение 6.13. И все тайные работники уходят во тьму. Откроем Откровение 6.13. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. Еще цитата. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то оставались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Первое послание Иоанна 2.13. Открылось благодаря милости Божией, иначе бы они дальше заражали ропотом, хамством и остальных. Апостол Павел и святые советуют извергать таких из среды общин, дабы они не заражали других, ибо им уже ничего не поможет, они самоосуждены. Послание Титу, 3 глава, 10-11 стих. «Явите капу после первого и второго разумления, отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. И ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь». Иоанн Златоуст. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Послание к евреям 12.15. Извергните развращенного из среды вас. 1 Коринфянам 5.13. Скажут, что католики не еретики. Но вот что об этом говорят святые отцы, носители истины и благодати Божией. Кавычки открываются. Ни одно исповедание христианской веры, кроме православного, не может привести христианина к совершенству христианской жизни, или святости, или к совершенному очищению грехов, и к нетлению, потому что другие исповедания, не православные, содержат истину в неправде. Римлянам 1.18. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою, примешивая суемудрие и ложь к истине, и не обладают теми богодарованными средствами к очищению, освящению, возрождению, обновлению, коими обладает православная церковь. Опыт веков или история православной церкви показывают это с поразительной очевидностью. Нельзя считать другие исповедания все за истинные и спасительные. Без различия в вере или признания всякой веры за одинаково спасительную ведет к безверию или охлаждению к вере, к нерадению об исполнении правил и уставов веры, к охлаждению христиан друг к другу. Строго держись единой веры и церкви. Едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех. Послание к Ефесянам, 4 глава, 5 стих.
Православная церковь превосходит все церкви неправославные, во-первых, своей истиною, своим православием, соблюденным и завоеванным кровью апостолов, иерархов, мучеников, преподобных и всех святых. Во-вторых, тем, что вернейшим образом руководит ко спасению, ровным, прямым и верным путем, что верным образом очищает, освящает, обновляет посредством иерархии, богослужения, таинств, постов. В-третьих, что наилучшим образом научает угождать Богу и спасать душу свою. Наилучшим образом руководствует к покаянию, к исправлению, молитве, благодарению, словословию. Где есть такие молитвы, словословия, благодарения? Где есть такие молитвы, словословия, благодарения и прощения? Такое чудное богослужение, как православная церковь? Нигде. Я с вами во все дни до скончания века. Евангелие от Матфея 28:20. Сам Господь всегда присущ своей церкви. Для чего же наместник, папа? И может ли грешный человек быть наместником Господа? Не может. Наместник царя, наместник патриарха в каком-либо городе может быть и бывает. А наместником, заместителем Господа, безначального царя и главы церкви, никто не может быть. Верно, католики заблуждаются. Внуши им, Господи, что нелепую суть так утверждающие и гордостью облажены, как ожерельем. Самое вредное дело в христианстве, в этой богооткровенной небесной религии, есть главенство человека в церкви, например, папы, и его мнимая непогрешимость. Именно в его догмате непогрешимости и заключается величайшая погрешность, ибо папа есть человек грешный, и беда, если он возомнит о себе, что он не погрешил. Сколько погрешностей величайших, гибельных для душ человеческих выдумала католическая папская церковь в догматах, в обрядах, в канонических правилах, в богослужении и в мертвящих, злобных отношениях католиков к православным, в хулах и клеветах на православную церковь, в ругательствах, обращенных к православной церкви и к православным христианам. И во всем этом виноват непогрешимый якобы папа, его иезуитова доктрина и дух лжи, двоедушие и всяких неправильных средств к большей славе Божией в кавычках. Необходимо принадлежать к церкви Христовой, коей глава есть всемогущий царь, победитель ада, Иисус Христос. Католики выдумали новую главу, унизив единую истинную главу Церкви Христа. Церкви нет у них. Союз с главою, с большой буквы, порван. Помощи всесильной нет. А Велиар воюет всею силою, коварством и всех держит в своей прелести и погибели. Погибающих множество в безбожии и разврате. Причина всех фальшей римской католической церкви есть гордость. Признание папы действительным главой церкви, да еще непогрешимую. Отсюда весь гнет западной церкви. Гнет мысли и веры, лишение истинной свободы и в вере, и в жизни. На все папа наложил свою тяжелую руку. Отсюда ложные догматы, отсюда двойственность и лукавство в мысли, слове и деле, отсюда различные ложные правила и постановления при исповедании грехов. Отсюда индульгенция, отсюда искажение догматов, отсюда фабрикация святых Западной Церкви и несуществующих мощей, не прославленных Богом. Отсюда восстание на разум Божий, 2 Коринфянам 10:5, и всякое противление Богу под видом благочестия и ревности
о большей славе Божией. Папа и паписты до того возгордились и вознесли себя, что извратили некоторые его словеса, заповеди и установления, которые не должны быть изменены до скончания века. Например, слово о Духе Святом, заповедь о чаше пречистой крови Его, которой они лишили мирян, ни во что поставили слова апостола Павла: «Всякий раз, когда едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте». 1 Коринфянам 11:26. Эта гордость явилась источником безмерного фанатизма и убийственной ненависти ко всем инакомыслящим, которой так прославился римско-католический папизм на протяжении истории. Ненависть к православию, фанатизм и преследование православных, убийство проходят прекрасной нитью через все века жизни католичества. От плодов их познаете их. Таков ли дух заповедал нам Христос? Если кому, то католикам, лютеранам и реформаторам можно всегда сказать: не знаете, какого вы духа. Лука 12:51. У католиков глава церкви, собственно, не Христос, а Папа. И католики о Папе ревнуют, а не о Христе. За Папу воюют, а не за Христа. И их вера всегда переходит в фанатизм, страстный, человеконенавистнический, остервенелый фанатизм крови и меча, костры, непогрешимости, двоедушия, лжи и хитрости. Примиримости. У католиков глава церкви Папа. Слава Богу в Троице, что мы не упали в хулу на Бога, не признали и не признаем вовеки главою церкви грешного человека. Я за последнее время получал много писем из западного польского края, особенно Гродненской и Виленской губернии, писанных с кровавыми слезами, с горькими жалобами на католических патеров, на гонения от них православных христиан, на их принуждение ими всякими насильственными методами к переходу в католичество. Причем патеры без всякого зазрения совести клеветали на меня, будто бы я пришел в католическую веру, да и сам царь якобы сделался католиком и всем велит принимать католическую веру. Столь бессовестно оклеветываемая меня и царя, католики многих православных христиан заставили принять католичество и навязать им чуждую веру. Это ли Дух Христов? Не доказывают ли патеры образом своих действий, что католическая вера не имеет сама в себе жизненной силы, покоряющей ум, сердце и волю человека? К добровольному последованию ей, и что последователи ее завлекают людей, правомыслящих, только насилием и обманом. Я не хочу приводить во свидетели католической всякой неправды беспристрастную тысячелетнюю историю. Она довольно известна всему образованному миру, еще свежа память о злополучной унии 17 века у нас в России. Свежа память фанатической ненависти, с которой истреблялись католиками православные храмы в западном крае. Теперь возобновились опять времена унии святой Иоанн Кронштадт. Какое же после этого доверие можем мы иметь к основанному на лжи и пропитанному насквозь ложью римско-католическому папизму, пока он не
отречется решительно и всенародно от своей пагубной лжи и порожденных ею губительных для душ людских заблуждений. Никаких компромиссов с ними быть не может, и никакого общения, кавычки открываются, ибо какое общение у правды с беззаконием, или какое общение у света со тьмою? 2 Коринфянам 6:14. Борись со всяким злом. Немедленно гаси его, воюй с ним, данным тебе от Бога оружием святой веры, божественной мудрости и правды, молитвою, благочестием, крестом, мужеством, преданностью и верностью. Архиепископ Аверкий Таушев. Напрасно некоторые из православных удивляются существующей пропаганде Римской Церкви, мнимому самоотвержению и деятельности ее миссионеров и усердию латинских сестер милосердия. Это возбуждает глубокое сожаление. Соборная Восточная Церковь пресекла общение с частной Римской Церковью, как отпавшей от истины. Римские епископы начали гордостью и оканчивают. Римская Церковь соборную называться не должна, потому что она отвергла постановление Вселенских соборов. Нужно пожалеть о тех, которые ради преобладания и сребролюбия и других мирских целей и выгод оскорбляют православных, переходят в латинство, употребляя для этого всякие небогоугодные средства и ухищрения. Это прямо жалкие подвижники. Они стараются не ко Христу обращать и приводить людей, а к Папе. Цитата. «Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные и не имеющие духа». Послание Иуды 18:19. Некоторые от всегдашнего обращения с иноверцами, а более от чтения их сочинений, стали думать снисходительно в отношении надежды на спасение и других исповеданий. Латиняне желают насадить повсеместно свой образ мысли, противный учению Восточной Церкви, не щадя для этой цели самых чудовищных вымыслов, очевидных людей, очевидных лжей и бессовестных искажений исторических истин. Ответ преподобного Амвросия Старца Оптинского – благосклонным к латинской церкви. Таких высказываний святых отцов нет даже о сектантах. В вере латинской, католической не приобщайтесь, обычаев их не придерживайтесь, причастия их избегайте, и всякого учения и нравов их гнушайтесь. Берегитесь, чада кривоверов и всех бесед их, ибо наша земля наполнилась ими. Если кто и спасет свою душу, то только живя в православной вере. Ибо нет иной веры лучше, чем чистая и святая вера православная. Живя в этой вере, не только избавишься от грехов и вечной муки, но и станешь причастником вечной жизни и без конца будешь радоваться со святыми. А живущие в другой вере, в католической или мусульманской или армянской, не увидят жизни вечной. Не подобает чада хвалить чужую веру. Хвалящий чужую веру все равно, что свою хулит. Если кто начнет хвалить и свою, и чужую, то он двоевер, близок к ереси. Ты же чада. Блюдись таковых,
и свою веру непрестанно хвали. Не общайся с такими, но бегай от них. Подвязайся в своей вере добрыми делами. Ты же, чадо, если увидишь иноверных с верными спорящих, лестью хотящих отвести их от правой веры, помоги православным. Этим ты как бы овцу избавишь от пасти льва. А если смолчишь и оставишь без помощи, то это все равно, как если бы ты отнял искупленную душу у Христа и продал ее сатане. Если скажет тебе противящийся: «Вера ваша и наша от Бога», но ты, чадо, ответь так: «Кривовер, или ты Бога считаешь двоеверным? Не слышишь ли ты, развращенный и злой веры, как говорит Писание? Един Бог, едина вера, одно крещение». Ефесянам, послание 4-5 стихи. Галатам, 1 глава 8 стих. «Вы же, латиняне, отринувшие проповеданное апостольское и святых отец, восприняли неправую и развращенную веру, полную погибели. Поэтому вы отвергнуты нами. Потому что вы мертвы и мертвую жертву приносите». Завещание преподобного Феодосия Киевского-Печерского, написанное в XII веке великому князю Изяславу, главе Киевского государства, основоположник русского монашества, да найдут доступ к каждой душе, еще не омертвелой, еще не отравленной иезуитами, эти призывы святых отцов церкви. Задумайтесь, кто стоит за спиной этих елейных и любвеобильных, угощающих чаем, учащих молиться, взявших за руки в колдовской медиумический круг. Если в Польше и других католических странах не хватает 40% священников и до 90% рабочих не ходят в церковь, если с Запада вся мерзость и ереси, разврата, порнографии, киноиндустрии, то чего же ради их Ромео, Паусы, Петерсы едут за тысячи верст, в кавычках, спасать русских бомжей от веры? Неужели им свои не дороже наших? А если кто о своих не печется, тот хуже неверного. Развратив, ограбив русских, они нас учат верить, жить и быть любвеобильными. Для чего? И бескорыстно. Не ради ли душ, подводимых ими к Антихристу? И куда денется тот почти миллиард папских последователей, если известно, что Антихрист воцарит над всем миром? Не этому ли из третьего Соломонова храма переданы будут уловленные ими грешники? В книгах о масонах пишут о приеме в эту сатанинскую организацию аббатов. Римская церковь в своем стремлении возвысить Пресвятую Деву идет по пути полного обожествления ее. Если уже сейчас ее авторитеты называют Марию дополнением Святой Троицы, скоро можно дождаться, что Дивы будут почитать как Бога. Цитата. «Одинаковый вред в обеих этих ересях, и когда унижают Деву, и когда, напротив, прославляют ее сверхдолжного». Святой Епифаний Кипрский. Еще цитата. «Сверхдолжного не должно почитать святых, но чтить владыку их». Мария не Бог и не с неба получила тело, но от совокупления мужа и жены, Епифаний. Каким образом грех не может быть там, где была похоть? Бернард. В безумии, приносимая Деве,
вместо восхваления ее оказывается хулением, а пренепорочно отвергает ложь, будучи матерью истины. Святой архиепископ Иоанн Максимович. В католической церкви 1,5 миллиона монахов и монахинь, более 400 тысяч священников, около 160 тысяч школ, 800 радиостанций, вещающих на 30 языках мира. Ныне правит 266-й папа, раб рабов. Сравни Бытие 9.25. И сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Только один золотой фонд Ватикана свыше 1 миллиарда долларов, тысячи предприятий, университетов и больниц. Еще цитата. Модернизм и экуменизм проникают и в православную среду. Западный мир и после отпадения Рима от православия по инерции еще долго сохранял многие христианские добродетели и ценности. Но он был на пути к явной катастрофе. Хомяков писал: нравственное изнеможение становится с каждым днем более и более ощутимым. Латинство, размываемое волнами протестантизма и живущее рационализмом, теперь уже само становится протестантской религией. Этот процесс стал развиваться, хотя и незаметно для поверхностного наблюдателя, с невероятной скоростью после Второго Ватиканского собора. Волны экуменизма, давно покрывающие протестантизм, теперь размывают и твердыню Ватикана. Трудно с достаточной силой изобразить всю глубину разложения, внесенного в западный мир реформами Второго Ватиканского собора. Пример. Папа Пий V 19 июля 1570 года, вводя новый служебник, издал декрет, который должен был оставаться в силе навсегда, с тем, чтобы никогда бы от него не убавлялось и ничего бы к нему не прибавлялось в будущем при совершении мессы. Представим себе состояние католика, знающего этот декрет, когда ему ныне на выбор предлагается несколько пробных литургий с одобрения законного преемника Папы Пия V. В порядке таких проб католик увидит мессу с джазом, мессу на кухне или мессу для детей с куклами и другими игрушками. Предание отброшено, и это все во имя современности. В результате в католической прессе священники отрицают существование дьявола, пишут в оправдание содомского греха, оправдывают прелюбодеяние, подвергают сомнению девство Богоматери. Раз вступив на путь модернизма, католичество в этом отношении часто обгоняет протестантизм. Так на этом. Да, это сейчас прочитаю, откуда церковь и ее учение в жизни, том 3, страница 32, 380, епископ Григорий Граббе. Все на сегодня. Замещай. Значит, это понедельник. Я думаю, буду здесь еще в понедельник-то. Так. Я на столе оставил, Сергей там, и эти Щукина отнести, сумочки эти лежат в трапезной. И три этих. Ну, постарайся, чтобы у тебя где-то недалеко было это диск, который я отдал тебе вчера. Когда я вернусь, чтобы он у меня был. Ну, может, не сразу. Кто там делает еще? Ну, все тогда. Прощаюсь со всеми. А они на каком столе-то лежат? Ну, как заходишь, сразу стол. Прям в стол упираешься животом. Угу. Дам ты, где считаешь Евангелие всегда. Угу. Ну, вот так все сделали, как надо. Ты приходи пораньше, знаешь, где ключи, чтобы открыть.
храм и в карман ключи не ложи. В одном месте ключи будут лежать. Каким-то образом привяжи их к себе, опять запереть надо. Миши-то нету. И опять положить, как показывал. Сначала двери за собой закрыть, все как надо. Ну все, делайте, как сказал. Ничего больше нельзя, не выдумывать ничего. Я Никита, он все время трепал за это. Изобретатели. То есть то, что скажешь, он по-другому делает, оно оканчивается прахом. Труха одна. У меня на 1000 раз выверено то, что делаю. Все время. По-другому никак нельзя. Только хуже. Только хуже. А тут все как надо сделано. И не забудь отправить, который я тебе дал там эту книгу. Подсунули эти деньги-то. А теперь надо скорее отправить им. Там их копейки всего. За одну книгу. Никогда по одной книге не отправлял. Ну все. Просим молитву. Помолитесь, чтобы у нас благополучно было. Спасибо, помоги, Господи. Все, сейчас грузимся, мы и уезжаем. С Богом. Счастливый, да?